Всем привет! Канал «Живи быстро» и я, Александр. На этот раз довольно жестокий триллер под названием «На краю». Ну, сюжет довольно простенький. Парни грохнули подружку, свидетельницей стала другая подружка, парни решили ее завалить. И тут начинаются проблемы, потому что парни явно не учли физическую подготовку девушки. Дело происходит в горах. Девушка бежит, как нетрудно догадаться, куда? В горы. Нет, бы в долину, она наверх, вперед. Попробуй-ка ее догони. Все мы помним, как в замечательном фильме «Миссия невыполнима» Том Круз висел на веревочках, балансируя аккуратно. У всех сжималось, у кого сердце, у кого где-то в другом месте. Здесь, ребята, все гораздо круче. Том Круз нервно курит. Девочка болтается на такой высоте, что это просто жуть. Парни тоже неробкого десятка пытаются ее всячески оттуда выковырить. Собственно, им даже не девушка больше нужна, а нужна ее видеокамера. Но чем дальше в лес, тем толще партизаны набирают обороты. Уже жизнь под угрозой, уже жизнью даже никто не считается. Герои вылетают в мир, ну просто вообще как пробки. Какова сила воли испуганной женщины? Да она безгранична. Смотрим фильм «На краю». Волнуемся за героиню. Пятерка.